Короче, да, это рупия. Да, это рупия? Да. Местная валюта, которую можно купить только в Индии. В Москве, например, ее нельзя разменять. Нет банков таких. Но они принимают здесь доллары. Доллары в кафешках неудобны, потому что у них здесь своя валюта. Ну, точнее, свой расценник. Но вы можете поменять в банкоматах, в банках и везде, где написано «обмен валют», а не «обмен денег». Обращайте на это внимание. Вот. Меняйте по курсу один к одному. То есть, ну, не должно быть огромной комиссии. Вот. И разница должна быть невысокой. Когда вы выигрыше. На данный момент это один к одному. То есть 63, 64, 65 долларов. Ну, там надо смотреть, каждый день же меняется курс. Вот так вот. Купить можно здесь, по сути, все что угодно, только вот на рупии. Доллары невыгодно, но, увы, евро, естественно, не берите с собой.